Уважаемые коллеги, на истекшей неделе задание, которое было выдано нам в рамках частичной мобилизации, выполнено. И напоминаю, что с 1 ноября мы приступаем к призыву на срочную службу. Руководством страны неоднократно, собственно, об этом говорилось, решение такое принято, о том, что солдаты-срочники не будут направляться в зону специальной военной операции. Поэтому я прошу вот в вашей работе, в работе призывных комиссий, во главу угла поставить информирование как самих призывников, так и их родственников о том, что такое решение есть. Поэтому здесь два процесса, они разделены. Поэтому еще раз прошу в вашей работе руководствоваться этими решениями руководства страны.